Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал «Магия. Полезные советы». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Сегодня поговорим о как избавиться от долгов. Положите желтую монету на зеркало, и монетка станет настоящим магнитом для ваших денег. Проведем практику на избавление от долгов. Это будем делать с помощью волшебной монеты. Если правильно проведете практику, то таким образом можно повлиять на финансовые ваши вопросы. Эта волшебная монетка станет настоящим магнитом для ваших денег. А магический предмет в виде золотой монетки вы должны всегда носить при себе и ни в коем случае не отдавать в чужие руки. Эту практику вы можете проводить в любую фазу Луны. Главное, чтобы это была первая половина дня, и энергия дня и Солнца будет способствовать увеличению ваших финансовых средств. В первой половине дня положите желтую монетку. Именно желтого цвета она может быть любого достоинства. Главное положить ее на зеркальную поверхность и шепотом произнести над монеткой и следующие слова. «Отойдите от меня, беды и несчастья. Деньги текут не переставая, а богатства возрастают. Со мной удача, со мной успех. От проблем, избавления, от долгов, сбережения, сказано, сделано, сбудется». Над монеткой эти слова нужно будет произнести 3 раза. Еще хочу обратить внимание на тот факт, что хранить эту монетку надо будет отдельно от остальных, от остальной именно мелочи. Обращаю ваше внимание, что эта золотая монетка станет для вас талисманом для процветания, и она должна принадлежать только вам, то есть тому человеку, кто заговорил эту монету. Но если вы смешаете эту монету с другими деньгами, то таким образом вы лишите монетку этой денежной силы и энергии денег, энергии изобилия. Заговаривать монетку, одну и ту же самую, можно столько раз, сколько вам это нужно. То есть пока попробуйте, и вы увидите, как в скором времени у вас начнут меняться события, появятся люди, которые будут вам, возможно, предлагать новую работу, давать какие-то новые задания, которые смогут вам принести деньги. Поэтому пробуйте, и у вас все получится. Волшебная монетка станет настоящим магнитом для денег, если провести практику грамотно, а магический предмет всегда носить при себе. Делитесь информацией, делитесь полученными знаниями со своими друзьями и знакомыми, делитесь ссылками в различных тематических группах в соцсетях. Чем больше людей знают о том, как стать хоть чуточку успешнее и счастливее, тем лучше для всех. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всего доброго, до свидания.